Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Прямой ответ» на Кингисеппском телевидении. Работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях председатель комитета ЖКХ, транспорта и экологии Мушек Ашотович Карапетян. Здравствуйте, Мушек Ашотович. Добрый вечер. Уже на следующей неделе, в понедельник, губернатор Ленобласти проведет видеоконференцию с главами всех районов о ходе, о подготовке районов к сезону отопления. И именно об этом мы сегодня поговорим. Напоминаю, что телефон нашей студии 234-41. Вы можете позвонить и задать вопрос нашему гостю. Тема озвучена, но я бы еще хотела добавить, что в областном правительстве был озвучен антирейтинг готовности районов к отопительному сезону, и в числе проблемных муниципалитетов Кингисеппа нет, что, конечно, это очень положительная, радостная новость. Мушек Ашотович, как вот вы сами себя оцениваете работу вашего комитета ЖКХ по подготовке объектов жилищного фонда к холодам? Фактически оценка работы комитета жилищного и коммунального хозяйства будет оценено, наверное, нашими гражданами, жителями. Главной оценкой будет являться количество жалоб после того, как мы подадим отопление в наши многоквартирные дома. Но, как вы уже сказали, уже проводилась предварительная видеоконференц-связь и с топливно-энергетическим комплексом под руководством председателя Андреева, и с государственной жилищной инспекцией уже в администрации Ленинградской области. Кингисеппский район не только не попал в антирейтинг, в этом году мы, наоборот, оказались в лидерах по подготовке. Даже так? Да. Паспорта готовности домов уже сданы в областной комитет, в государственную жилищную инспекцию. Документы приняты. Посмотрим, будут ли замечания или нет. Ждем паспорта готовности всего района. Конечно, у нас не проходит все гладко. Если бы у нас не было никаких изъянов, я думаю, и у комитета бы не было тогда в этом случае необходимости в работе самого комитета. Приходится регулировать некоторых поставщиков. И самая одна из острейших вопросов, которая у нас стоит в рамках подготовки отопительного периода, это, конечно же, повышение на энергетические ресурсы. В частности, это мазут повысился. То есть цены выросли? Цены выросли, да. Но при этом у нас есть утвержденные тарифы, которые прошли утверждение через ЛНРТК. И сейчас предоставителями ресурсов, тепловиками нашими, конечно, это обсуждается на уровне правительства Ленинградской области о том, кто, каким образом дальше будет возмещаться разница между тарифами. Так как население предоставляется за одну цену, а стоимость самого тарифа, она, конечно, намного выше. Получается, сейчас вот именно поставщики этих услуг, они будут работать в убыток себе? На сегодняшний день пока складывается такая ситуация, да. А вот если говорить о тарифах для жителей? Это риски бизнеса. Да, но какие риски есть для тех, кто платит по квитанциям? Естественно, если растут, допустим, цены в магазине, это сказывается на кошельке жителей Кингисеппа. Что будет с тарифами? Ожидать ли их роста? Роста тарифа в этот отопительный сезон, конечно, ожидать не стоит. На ценах, на кошельках наших жителей это отражаться не будет. С точки зрения именно что касаемо получения ресурса по теплу, отопления и горячее водоснабжение. То есть цены на эти услуги, они останутся прежними? Да. Это хорошо. Вот. Это больше будет, наверное, все-таки нагрузка на бюджет муниципального образования или даже, скорее всего, на областной бюджет, потому что растет межтарифная разница. То есть именно они будут возмещать некоторые убытки, которые поставщики понесут? Да. Да. Говорили о паспортах готовности. Вот ровно год назад, к концу сентября, по нашей информации, почти треть жилого фонда области была не готова к запуску отопления в квартиры жильцов. Вот не все были сданы паспорта готовности. Какой срок стоит у тех, кто еще не сдал, когда они должны предоставить их? Срок уже по паспортам сдачи паспортов готовности у нас уже нет. Они должны были быть сданы. На сегодняшний день по району все паспорта готовности у нас, в том числе и поселения, подготовили и направили в жилищную инспекцию. Это многоквартирные дома? Это многоквартирные дома. А частный жилой фонд не сдает. Учреждения точно так же сдают в поселение либо администрации, либо районной администрации.
и, соответственно, предоставляются паспорта готовности тоже в инспекцию. У нас по юридическим лицам и по многоквартирным домам все паспорта готовности сданы. А если говорить вот о детских садиках, о больницах, у них же всегда, ну, раньше начинается периодическое протапливание, вот они готовы к холодам? Детские сады, школы, промывка всех систем отопления производилась в течение всего летнего периода. Латеком, это основной, который является поставщиком именно по городу Кингисепп, проведено пломбирование всех узлов. И акты, подписаны все акты. Что касаемо, сейчас задайте вопрос по садикам и школам. На сегодняшний день подготовлено, находится на подписи у исполняющей обязанности главы администрации Антона Ильина Генриховна распоряжение о начале отопительного сезона. А одним из пунктов данного распоряжения является, что первоочередным начинается регулярное или периодическое протапливание по образовательным учреждениям и детским садам. Мы планируем начать периодическое протапливание, начиная с образовательных учреждений, школьных, дошкольных, уже с 24 числа, с понедельника. Сегодня проводилось рабочее совещание с руководителем Латек Навалитом Александром Николаевичем здесь на местном уровне. Подтвердилась готовность котельной подачи тепла в учреждение. То есть еще раз акцентируем внимание зрителей, что в детских садах, в школах периодическое протапливание с 24 сентября. Да, с 24 уже сентября. С понедельника будет тепло. А в квартиры? В квартиры начнем уже после 27 числа периодическое протапливание. Но при этом у нас есть норматив. В случае наступления более раннего периода наступления холодов на протяжении более 3 дней температура, если будет ниже 8 градусов, то, соответственно, подача идет в течение подключения всех, в том числе многоквартирных домов, в течение 2 суток. Мушек Ашотович, ну, у нас уже есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. И представьтесь, конечно. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Мушек Ашотович, я очень рад видеть вас снова на ЯНТВ, в прямом эфире. Мы не видели связны, и поэтому, извините, вот кроме того, что у вас были такие благодарственные слова со стороны администрации сказаны, у меня к вам несколько неприличных, будем сказать, вопросов. Я звоню вам... Как вам обращаться? ...определенного дома, Карла Маркса 33. И на болевших вопросах возникает 4. Первый вопрос. Еще весной прошлого, вернее, этого года, март-апрель, со сходом снега и дождем сорвало 4 водосточных трубы верхних этажей. Начиная вот мая, по настоящее время трубы не отремонтированы, и вода просто за последнее время дождями течет просто по стене. За что мы платим на ремонт здания? Почему до сих пор не ремонтируются трубы? Самое интересное и глупое было то, что нам ответили по телефону, что обращайтесь в письменном виде, телефонные звонки нас не интересуют. А по какому номеру звонили, скажите, пожалуйста? Номер телефона, по которому вы звонили и получили такой ответ? Не понял. Номер телефона, по которому вы звонили, и вам в таком виде ответили? Я сейчас не могу сказать, потому что я с другого телефона звоню. Можно я продолжу, чтобы это самое? Здесь же касается вот этого двора, Карла Маркса 33. Значит, двор проходной. Со стороны Карла Маркса 35 паркуются машины из 33-го нашего дома. Вот, но есть необходимость просто. Машины вот, 35-го дома стоят практически на газоне. Они не мешают никому. То есть и газон. Там просто нужно увеличить площадку для парковки автомашин. Все, вопрос решен. Здесь же двор проездной и проходной. Таксисты, Аврора, Легион и вот частники. 53 и прочее. Часто там было положено плита между аптекой и магазином. Нет, ее разбили, уволокли, и теперь машина опять. А там же дети. Продолжение всего этого вопроса.
спасибо большое за звонок. Ну вот, видно, у нас старый фонд, старая часть города, она такая проблемная. Что вот можно? Я, с вашего позволения, начну все-таки по пунктам, отвечу гражданину. К сожалению, он не представился по имени, отчеству или как обращаться. Ответ будет таков, что по водосточным трубам завтра же туда на адрес выйдет. Или проверим, было ли предписание с нашей стороны выдано по устранению данных замечаний. И есть ли вообще данный вопрос обращения в администрацию. На контроле ли он находится. Если нет, то поставим на контроль. И в обязательном порядке в ближайшее время до наступления холодов будет по представлению, мы обяжем управляющую компанию установить, выполнить эти работы. По парковкам на газонах и увеличить прочетку парковок. Уважаемые граждане, вопрос в чем заключается? Что увеличение парковки — это не просто, скажем так, выполнение механической работы, снятие плодородного слоя, заведение корыта и так далее, все процедуры. Если мы меняем конфигурацию внутридворовой территории или вообще в целом меняем вид покрытия, мы должны проектировать данную работу, проходить экспертизу, после этого рассчитывать его сметную стоимость и после этого уже включать бюджет для того, чтобы провести в соответствии с 44-м федеральным законом этот вид работ. То есть это такой многоступенчатый процесс, да? Многоступенчатый прочет, он столько не трудоемкий, сколько требует по протяженности, по времени. Он у нас период, к сожалению, уходит более года. То есть год на проектирование, прохождение всех проектов, согласование. В том числе могут оказаться проблемы, могут находиться сети под данным газоном. И тогда мы не сможем вообще организовать парковку, так как по действующему законодательству запрещено организовывать парковочных мест на сетях газовых и тепловых и водоканальских, если они не закрыты твердым коробом. Это приводит к их быстрому разрушению, имеется в виду сетей. И вопрос еще заключается в том, что с момента, когда началось кадастрирование земель многоквартирных домов, у нас ситуация усложнилась у местных органов власти. Почему? Площадки, территория под многоквартирный дом, когда передается в общедомовое имущество, не учитывается площадь, общая жилая площадь и возможности данного многоквартирного дома по обслуживанию этих площадей. То есть, пятиэтажный дом, который собирает на обслуживание в целом самого дома от 12 до 20 тысяч рублей на обеспечение обслуживания, текущий ремонт, не может обслужить территорию, которая ему выделена свыше 1000 квадратных метров. За 20 тысяч рублей, я это привожу, грубый пример, я могу ошибиться, конкретно по каждому дому можно свой расчет сделать. Мне нельзя за 20 тысяч рублей обслужить весь дом и плюс еще обеспечивать благоустройство территории. То есть, если территория передается в общее имущество, тогда, соответственно, бремя обслуживания за данную территорию возлагается на жителей. Мушек Ашотович, у нас есть еще один звонок. Мы обязательно вернемся к этой теме. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос такой. Около Юнона сделали новую дорогу. Вот сюда, как входишь в подарку, а дальше. Вот там два канализационных люка. И вопрос такой. Вот прошел дождь, и сделали уклон так, что теперь там лужа большая. То есть они не сделали уклон в сторону люков. То есть, как вам обращаться? Как обратить внимание, то есть если они переделают это около Юнона. Дорогу Юнона, два канализационных люка. То есть вода не успевает уходить. Два канализационных люка и сделали так уклон, что теперь такая яма большая, когда вот тут дождь прошел, и она не стекает в эти, вот в эти люки. Спасибо. Спасибо, благодарю. Ну, это же вот как раз дорогу делали в рамках недавнего глобального такого ремонта в городе, да? Да. Ну, мы выйдем на место, посмотрим, попадает ли он в границы выполнения работ. Даже если не попадает в рамках текущего ремонта, я думаю, что мы обеспечим устранение выявленных проблем. Это тоже одна из проблем города.
Мы на протяжении, к сожалению, уже более года проводим инвентаризацию ливневых сетей. Переходный период оказался после того, как проходил неоднократную реструктуризацию органов власти. К сожалению, не вся документация сохранилась. И мы сейчас заново восстанавливаем из пепла систему ливневой канализации. В прошлом году мы закончили схему, выполнили схематичное нанесение схемы вообще всей ливневой канализации. Техническую инвентаризацию, которую мы планировали для того, чтобы уже разработать, каким образом, где и какие проблемы можно устранять, потому что часто бывает, что мы выходим на адрес, ливневая канализация, она оказывается тупиковой. То есть это фальш-колодцы, так называемые, которые не соединены больше ни с чем. Uh-huh. Просто вырыты в 4 колодца, и там накапливается вода, и естественным путем она уже уходит в грунтовые. Мушек Ашотович, а вот возвращаясь к вопросу предыдущего нашего телезрителя, вот вы говорите, что на деньги, которые получает, выплачивает, можно сказать, сам себе дом, невозможно сделать вот такой большой объем работ, а по программе комфортной городской среды, может, можно в рамках ее реализации и парковки, и что там, и газоны беспокоят жителя? На сегодняшний день у нас проведена инвентаризация всех дворовых территорий. Мы крупно разбили весь город на 68 кварталов. Из 68 кварталов за последние 2 года выполнения работ у нас получается, что мы сделали процентов 50 только по 8 кварталам. То есть и то нам не хватает денежных средств для того, чтобы за счет данного федеральной программы выполнить весь объем работ. Ну, то есть связано это с тем, что действительно проблемы копились много лет или... Связано это с тем, что, к сожалению, у нас есть нюансы в законодательстве действующем, и когда есть обращение хотя бы одного жителя в адрес земельного комитета о предоставлении земли, то есть кадастрального земельного участка под многоквартирный дом и передачу в общедомовое имущество, там не учитываются те критерии и возможности, которые есть у жителей, проживающих по данному адресу. И органы муниципального образования не участвуют при формировании данного земельного участка. Это делает, скажем, Федеральная кадастровая служба. Что вот делать именно вот этому человеку, жителям этого дома? Что я делать, сейчас не говорю проблемы? Именно конкретно про дом Карла Маркса 33. Я не знаю, территория кадастрирована, это невозможно заполнить. Есть публичная карта, мы перепроверим. Ну и в случае, если у них действительно это является общедомовым имуществом и требует благоустройства, конечно, мы обращаемся к нашим жителям с большой просьбой. Мы всем давали разъяснения по телевидению и через другие средства массовой информации, каким образом заявиться в комфортную среду, в программу по комфортной среде. От жителей требуется заявка и требуется, говоря простым человеческим языком, наскальный рисунок. Это предварительный проект, каким они хотели бы видеть свой двор. И тогда они оказываются включенными в адресную программу по комфортной среде, выезжая туда после этого уже специалисты, мы подключаемся к данному вопросу. При возникновении сложностей по составлению документации мы обязательно, конечно, оказываем содействие нашим жителям. Мушек Ашотович, ну вот, возвращаясь все-таки к теме, которая анонсирована была в начале, это отопительный сезон. У нас вот часто бывает, что зимой, ну, в отдельных микрорайонах города отключается отопление там на какой-то период времени, на день, ну, слава богу, не на сутки, хотя и такое редко, но бывает. И люди узнают об этом, вот, ну, грубо говоря, подойдя к батарее и поняв, что она холодная. И зачастую нет системы оповещения для жителей, ну, это какие-то объявления на подъезде и так далее. Вот кто их должен туда размещать, наверное, это управляющая компания. И вот куда им обращаться, если такое случается, потому что, ну, всякое может случиться, скоро отопительный сезон, вот такая рекомендация, что делать. Была проблематика по взаимодействию между дежурными службами Латэка, управляющей компанией и иных организаций, в том числе и водоканала. В этом году неоднократно под протокол
для того, чтобы уже никто не говорил, что не знают. Еще раз были ознакомлены все специалисты вышеуказанных организаций по обеспечению взаимодействия единой дежурной службы всех организаций. Данное поручение при выявлении, при есть плановый ремонт, например, на сетях, когда предполагается плановый ремонт на сетях, и ЛАТЭК должен сообщать в адрес единой дежурной службы, единая дежурная служба и в дежурную службу управляющей компании. При наличии предупреждения тоже управляющей компании, обязанность по предупреждению граждан, конечно, лежит на плечах управляющей компании. Должны быть вывешены по всем парадным на входных группах информация о том, что отключена, какая причина отключения, и в обязательном порядке время подключения обратно отключенной системы, назовем это так, жизнеобеспечением, потому что во время холода это действительно тепло, это жизнеобеспечение. И при этом управляющие компании тоже, производя работу, в обязательном порядке должны заранее предупреждать. Мы сейчас практикуем в том числе и небезучастное предупреждение организации о том, что они обязаны выполнять, но и обращение через все средства массовой информации о возникших тех или иных проблемах на сетях, которые привели к отключению ресурсы, которые подаются на квартирные дома. Ну, у нас есть еще один звонок. У вас, вероятно, будет аншлаг сегодня. Здравствуйте, говорите. Алло. Добрый день. Извините, пожалуйста, еще раз. Петр Иванович не представился. Ой, Петр Иванович, спасибо. Петр Иванович, разрешите я тогда ответить? Два вопроса. Петр Иванович. Видимо, возник еще один вопрос. Как сказать, объяснить? Вот, в прошлый четверг я имел возможность беседовать с нашим главой администрации. Он приезжал на дом, смотрел подвал. Вот, но до сих пор действительно там нет такой возможности свежим воздухом ни в одном подъезде. Вот это продолжается, как объясняли и звонили ему граждане, это Воровского 10, Театральная 12, Жукова, Железнодорожная. Он проехал по всем адресам, и вот никаких-то мер до сих пор не принято. Вот это такой вопрос. И еще последнее, самое интересное. В прошлом году весной было вынесено решение, я не знаю даже кем и чем, но озвучено по именно ЯНТВ в отношении бабушек, которые, как сказать, кормят кошек. Своих подъездов, как сказать, ну, огород, не огороды, а вот именно клумбы, сажали цветы, вьюшек вставали. ЯНТВ несколько раз ездила, проводила даже были конкурсы по городу на лучший двор. Потом пришла такая интересная глупая команда, все это дело прекратить, будет сноситься и все прочее остальное. В этом году в Кингисеппе не на что посмотреть. Я специально обошел практически весь город, но бабушки отказались от всего этого. Что? Объясните причину вот этого. Спасибо большое. Петр Иванович, по запаху канализации, я так понимаю, вы задали вопрос в подвальном помещении. Насколько я знаю, все-таки меры приняты, в том числе и выход осуществлен на место помощника прокурора Байрама Феликса Сергеевича. По результатам сегодня не готов доложиться, вчера был выход. Если недостаточно нашего предписания, которое выдано в адрес управляющей компании, я думаю, что уже меры, которые будут приняты со стороны прокуратуры в адрес управляющей компании, будет достаточно для того, чтобы они ускорили этот процесс. Есть пробел, не пробел в законодательстве, у нас просто у нас на каждом уровне, у каждого есть свои рычаги воздействия на организации, осуществляющие обслуживание домов. Uh-huh. Не всегда у нас есть полномочия по принятию мер в рамках закона о благоустройстве. То есть мы не можем составлять протоколы по административным правонарушениям
чтобы наши некоторые недобросовестные, в том числе и должностные лица, устраняли выявленную проблему. Но пока ломаться у прокуратуры есть более действенные, скажем так, рычаги, и они тоже участвуют в процессе осуществления контроля и приведения, назовем это простым человеческим языком, в чувство недобросовестных исполнителей. По Карла Маркса 33 также, ну, я уже записал, во-первых, при выходе завтра осуществим внеплановый муниципальный контроль, в том числе и проведем обследование по всем заявленным проблемам. По дворовой территории, повторюсь, мы должны посмотреть в границах, каких установлена детская площадка. Ну, если администрация была заявлена в письменном или даже, я думаю, в устном виде о том, что там не хватает песочницы, песка в песочнице, мы бы эту проблему решили. Но не но, а скорее всего я хотел бы, чтобы наши жители понимали, привоз песка в песочницу – это не из любого карьера. Оно должно быть сертифицировано и иметь надлежащим образом оформленную санитарную документацию. Потому что там играют маленькие дети, и на самом деле… А этим тоже управляющая компания занимается? Они периодически его кушают, данный песок. Бедные голодные дети. Если детская площадка расположена на территории многоквартирного дома, то этим занимается управляющая компания. Если оно расположено на территории неразграниченной и является муниципальной собственностью, то это муниципальное образование. Но это сейчас не имеет значения, не такая большая проблема завести туда песок. Ну, к тому же, наверное, к сезону холодов это не очень актуально, более весной. Когда... Да, не очень актуально, да. А в летний период, конечно же, некоторые, наоборот, родители рады, что нет песка, потому что дети... Его не едят, да, и, к сожалению, песочницы любят очень сильно пользоваться, и наши любимые животные, кошечки и собачки, от которых тоже очень тяжело оградить песочницу. Да, и вопрос был про клумбы. По клумбам к нам были обращения, по информации, которая есть у меня, мы оказывали содействие. То, что очень приятно, что наши жители радеют за эстетическое воспитание поколения, в том числе за благоустройство города, мы тут поддерживаем. Из бюджета денег выделять не имеем права, потому что это не бюджетные расходы, но содействие администрация оказывает, подключая к данному процессу организации, которые, например, могут нам предоставить бесплатные кустарники, землю привезти. Земля тоже на территории Ленинградской области, на самом деле, можно сказать, как в поговорке, ценой как золото. Потому что не всю землю мы позволяем завозить на территорию именно города Кингисеппа. У нас есть проблема заражения земли борщевиком. Мы уже по выполненным работам года два назад, насколько я знаю, имели горький опыт. Получив бесплатную землю, она оказалась заражена борщевиком, и мы потратились намного больше, чем нам бесплатно сыр в мышеловке оказался. Поэтому это тоже перепроверяется. Любой дар, который оказывается, нужно перепроверять. Мушек Ашотович, жителям будем помогать обязательно. Если забыть немного про бабушек, у нас Октябрьский бульвар и клумбы, которые установлены фонари, они, ну вот в начале лета, если не до середины, ну они были совершенно неухоженные, ни цветов, как в прошлые года, ничего. Вот чем это можно объяснить? Как-то некрасиво они выглядели, очень. Клумбы, во-первых, была выполнена работа, ордер на производство работ был открыт, они не были восстановлены до конца, до окончания проверки именно по установке. Что касаемо цветов, уже высказывали данное замечание, мы его приняли к сведению. К следующему году мы включим в обязательном порядке в адресную программу посадку цветов на данных клумбах, где у нас сейчас установлено освещение. Центральную клумбу во главе также с исполняющим обязанностями Антона Ильина Генриховна посадка цветов была произведена. Это было. И мы его пересадили еще раз. И мы все, это работа была всего города, в нем участвовали все наши жители, за что им большое спасибо. Но цветы, возвращаясь к цветам, что у нас не хватало,
ошиблись немножко в расчетах, скажем так, по объему финансирования. У нас в этом году мы не смогли выполнить максимальное количество посадок цветов по территории, так как лимитированный бюджет. У нас еще один звонок от телезрителя. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем. Спасибо большое. Галина Ивановна, благодарю за напоминание. Данный адрес на контроле у нас находится. Ввиду того, чтобы максимальное количество сил, конечно, было кинуто сейчас на подготовку отопительного периода, для того, чтобы проконтролировать, все ли по домам было выполнено, управляющая компания попросила, конечно, у нас отсрочки небольшие по спилу и вывозу данных деревьев. Я дам на этой неделе поручение. Ну, я думаю, что в течение одной недели выпилку сделаем и вывезем. Но это тоже тут, если быть справедливым, это тоже касаемо того, что все-таки это средства жителей, и эта территория находится в обслуживании. То есть все работы выполняются за счет средств жителей. Все, ну, организатор, конечно, управляющей компании. При необходимости, я думаю, что мы окажем в том числе управляющей компании со стороны, не управляющей компании, а нашим жителям. Если вопрос финансово, частично поможем в рамках проведения мероприятий экологических, окажем содействие. Мушек Ашотович, у нас вот накануне эфира поступил звонок от зрителей. Вопрос, почему долго идет ремонт дорог на первой линии? И это один вопрос. И второй, что напротив Ямбурга меняют трубы, и как-то это не своевременно по сезону, осень, дожди и так далее. Вот. Два вопроса. Почему долго ремонт и не своевременно как бы выполняются некоторые работы? У нас... Торговый центр Ямбург. Это Воровского, кажется, да? Воровского. Если я говорю о тех раскопках, о которых спрашивали наши жители, эта работа выполняется Латеком. Это Воровского 24, получается, адрес находится. Наверное, но, да. Да. Работа выполняется Латеком. В этом году, по сравнению с прошлым годом, Латек выполнил более чем на 30% объем работы по перекладке сетей. Сети у нас тоже находятся в не очень хорошем состоянии, поэтому для того, чтобы у нас в этом году зимой было все в порядке, они перекладывают большой объем. Ну, уточнимся, почему они дождались. Эти же вопросы мы задавали в том числе и ресурсоснабжающим организациям. Но я бы хотел попросить наших жителей, чтобы немножко в неудобстве, конечно, могут быть, но зато дома у нас будут теплее, а восстановление благоустройства у нас находится на жестком контроле. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году административных правонарушений к сетевикам, нарушившим сроки восстановления благоустройства, у нас было 100% увеличение. По отношению между 2017 и 2018 годом штрафных санкций было наложено, и заполнение бюджета муниципального образования было 20% увеличение. То есть мы следим, это не к тому, что это наша задача штрафовать, наполнять бюджет, это не задача муниципального комитета ЖКХ, но это доказывает то, что комитет и администрация контролируют данный процесс. Объемы работ большие, не хватает, видимо, у них мощностей. Людей, которые будут это делать? Ну и дополнительно у нас проводят гидравлические испытания, тепловые испытания, после чего выявляются еще ряд дефектов, которые невозможно учесть в период отсутствия отопления. Есть еще вопрос от зрителя Алексея. 4 или 5 лет назад в городе меняли части водопроводных сетей от ВОЗ Сережина до распределительного колодца. Положили пластиковую трубу, в землю ее закопали, но идет ли по ней сейчас вода и когда поменяют остальные трубы, видимо, водопровод имеется в виду, да, по которым вода идет в город. Замена труб осуществляется круглогодично тем же водоканалом.
между администрацией и водоканалом, Кингисеппским водоканалом, подписано концессионное соглашение, составлен план по объему выполняемых работ. Ну, течет ли именно конкретно по данным трубам, я сейчас, конечно, не готов сказать. Если это речь идет о 500-ке, который перекладывался, но это не простой водопровод, то есть это магистральный водопровод 500-й, были вопросы, проблемы, возникшие в ходе исполнения, не были учтены. Часть работ — это прокол под железной дорогой, и данный проект потребовал изменений и прохождения заново экспертизы. У нас объявлена конкурсная процедура, проектирование. Сейчас изменение проекта заканчиваем на выходе из экспертизы. После этого 500-ю трубу мы доложим до конца. Конечно, работа будет выполнена. Но по данной трубе, конечно, сейчас вода не течет. Работа не завершена. Угу. А вот вообще в целом, если говорить о водных магистралях, которые под городом проложены, и по которым вода вот именно поступает в квартиры, там, ну вот, гендиректор водоканала говорил, конечно, об астрономической сумме в 2 миллиарда рублей, которые требуются, чтобы их полностью заменить. Потому что, собственно, почему возникают проблемы с качеством питьевой воды, как он пояснял, на водозаборе она хорошего качества, уже по этим трубам, когда идет, уже качество, конечно, меняется. Вот какие-то сподвижки, на каком этапе вот эта сумма 2 миллиарда, это вообще реально? У каждого руководителя предприятий продукция на самом предприятии идеальна, а когда доходит до потребителя, она портится по тем или иным причинам. Это... Может быть, и объективное мнение, но я не представитель Роспотребнадзора. На водоочистных сооружениях в Сережине я был. Там вода качественная. Не могу сказать, что она идеальная, то и дело, нам еще надо стремиться. Но в прошлом году прошла экспертизу. Это три вида работ на водоочистных сооружениях, которые финансировались из бюджета Ленинградской области. Общая сметная стоимость составила 19 миллионов рублей. Часть по двум сметам были выполнены работы, то есть исходя из собственного видения, проживая в городе Кингисеппе, я вижу, что все-таки изменения в качестве воды есть, потому что дети начали наполнять ванну и купаться в ванной, и она уже не желтеет, скажем так, вот цветности, улучшения уже есть. В этом году уже проведены конкурсные процедуры еще по трем видам работ, выполняемых на водоочистных сооружениях. Это стоимость будет составлять 23 миллиона рублей. Мы как софинансирование осуществляем из местного бюджета, основной из бюджета Ленинградской области идет. О 2 миллиардах рублей, да, действительно, они правы. Это подготовка большой концессии. Что касаемо очистных сооружений, конечно, очистные сооружения, это он только на сети сказал 2 миллиарда рублей. В принципе, если глобально мыслить, 2 миллиарда рублей – это начало пути. Угу. Замена сети – это только начало пути. В целом, по городу, если взять, можно и дойти до изменения методов очистки воды. Так как у нас идет изменение в том числе и цветности, и мутности воды, есть много изменений. Глобальная тема, да, качество питьевой воды, наверное, ей стоит уделять отдельную передачу и непосредственно самим руководителям водоканала. У нас остается совсем немного времени в эфире. Вот хотелось бы у вас спросить, по ремонту дорог, которые были сделаны на Большой Советской и на улице Малына Карла Маркса, какая была затрачена сумма и откуда было финансирование, какие планы вот на ближайший период, на следующий год? Общая сумма, которая у нас была запланирована в этом году именно на дорожные работы, это что касаемо уличной дорожной сети, составляет 26 миллионов рублей. Основной – это дорожный фонд, который выделяется Ленинградской областью, и 10% софинансировано из местного бюджета. А в следующем году? В следующем году у нас на сегодняшний день по лимитам, сейчас не скажу, к сожалению, не... Ну, хотя бы какие-то примерные сумма примерно будет такая же. А какие адреса? До 26 миллионов рублей. По адресности мы составим адресную программу, обязательно еще раз переговорим и выйдем на обсуждение с нашими жителями. Угу. То есть мы хотели бы, конечно, выполнить ремонт Воровского,
Мы хотели бы выполнить ремонт Октябрьского. Угу. Все будет зависеть после того, как мы получим окончательные цифры по утвержденному бюджету, которые будут выделяться на город Кингисепп и Кингисеппский район. И после этого мы уже озвучим адресную программу. Угу. Все сметы у нас подготовлены, прошли экспертизу. От объема финансирования будем уже отталкиваться. Ну, будем надеяться, что и лето в следующем году будет такое же хорошее, как в этом, и позволит отремонтировать как можно больше дорог. На этом наше время в эфире подходит к концу. У нас в гостях был Мушек Ашотович Карапетян, председатель комитета ЖКХ, транспорта и экологии. Увидимся с вами в следующий четверг, 19:30. До свидания.